Ленинский район города над Бугом представляет более 15 школ и гимназий. В этом году порог учреждений образования переступят порядка 10 500 учеников. В эти последние дни августа подготовка к новому учебному году в семьях с детьми и школьниками проходит особенно интенсивно. Нужно успеть купить форму, канцелярские и письменные принадлежности, не забыть и про цветы на линейку. Помочь собрать мальчиков и девочек из многодетных семей в Ленинском районе города решили представители организации «Белая Русь». И вчера подарки школьникам были вручены в центральном универмаге. Готовимся в школу вместе, является традиционной. Ленинская районная организация общественного объединения «Белая Русь» поздравляет и вручает подарки детям Ленинского района, школ Ленинского района, которые являются наиболее нуждающимися в оказании какого-то содействия в том, чтобы, как говорится, легче им подготовиться к 1 сентября, к Дню знаний. Вот мы вручаем такие символические, необходимые прежде всего для них подарки. Все подарочные наборы собраны по индивидуальным спискам, исходя из пожеланий родителей и детей. Тетради, фломастеры, ручки, краски, альбомы для рисования – это далеко не полный перечень составляющих подарков. Все принадлежности важны и нужны для обучения, но главный фактор в успешности освоения любой науки – это желание самого ребенка. А потому родители в преддверии нового учебного года желали школьникам усердия, терпения и любознательности. Пожелать хочу сначала крепкого здоровья. Удачи, успехов, чтобы все у них в жизни сложилось. Ну и спасибо большое за заботу, за помощь. Заканчивая встречу, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Виктор Валюшицкий пожелал всем школьникам успехов в учебе, интересных увлечений и огромного желания познать и познавать удивительный мир науки. А взрослые должны помогать и поддерживать своих детей, ведь от их уровня грамотности, воспитанности и образованности зависит будущее каждого из нас.